Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале «Мир Бурятия» программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях наш коллега, фотокорреспондент, путешественник Александр Гармаев. Здравствуйте, Александр! Да, здравствуйте! Можно вас поздравить с возвращением домой после такой высотной экспедиции на Эльбрус? Расскажите, пожалуйста, как долго вы готовились к этому путешествию, когда планировали и как осуществляли? Ну, на самом деле, все относительно спонтанно. Позвонили друзья, позвонил друг Александр Тимонин. Это такой в мире спорта довольно известный человек, который ходит в походы спортивные шестой категории сложности. Ну, то есть он в рамках чемпионата мира, там, чемпионата России заявляет свои походы. Большой круг общих друзей, знакомых. Позвонил, предложил съездить на Кавказ, побывать, то есть выехать в какой-то там... За месяц он буквально позвонил мне. Вылететь не было не проблемой. Нашел время, слетал на Кавказ. Конечно, интересный опыт. Другой регион. Есть на что посмотреть. Уникальная природа. Гостеприимство. Ну и, конечно, стоит оценить, как там вообще турбизнес работает. К самому Эльбрусу, к восхождению и прочему, я практически не готовился. То есть там многие люди предполагают, что надо тренироваться, бегать и прочее. Мне было не до этого. Я просто приехал. Ну, побыл некоторое время в Москве, конечно. Получил снаряжение, высотную экипировку. И отправился туда. А сколько дней шло восхождение? Ну, вообще, как бы... В планах изначально у того же Тимонина не было как такового восхождения, да. Мы находились на северной стороне, это нацпарк Джилысу. То есть оттуда начинается трекинг к базовому лагерю на северной стороне, к северному приюту, да. Находились там маршруты, надо понимать, что у Саши был тоже не один, они из города Балаково. Он увозил своих студентов, детей, с которыми он занимается. Он занимается популяризацией, продвижением туризма у себя на родине и, соответственно, руководит турклубом. Поэтому, ну, были дети, ну, как дети там, молодые люди. И, соответственно, с ними он ходил энное количество маршрутов в окрестностях. Ну, а я работал как бы... По своей программе. Жили мы вместе, в базовом лагере находились. Но большинство маршрутов, веток я ходил один. То есть, как бы... Было ли сложно? Ну, для понимания, я некоторое время, около недели, находился на северной стороне, да. И было в планах совершить восхождение северной стороны Эльбруса, но... Так получилось, что я ходил до северного приюта, до базового лагеря со стороны севера. И на тот момент вот, были погибшие, погибли альпинисты. Это русскоязычная девушка с Германии и местный гид. Соответственно, учитывая, что это было практически единственное погодное окно на тот промежуток времени и участие там в поисково-спасательных работах, помощь с транспортировкой тел, это, ну, отняло время. То есть все-таки, несмотря на эту ситуацию... Да, и поэтому с севера я не стал заходить также. Ну, так или иначе, знакомишься с людьми, кто-то меня знает, и, соответственно... Поговорили, ну, соло восхождение я посчитал север. Нет необходимости делать, потому что погода там была такая довольно ужасная. Если там коротко описывать силу ветра в эти дни, там, ну, лицом вперед ты точно не упадешь, ветер помешает. Ну и так ветерок там, сказать, арматуру гнул нежно весьма. Поэтому я принял решение еще побыть... отдохнуть со стороны Джилысу и совершить восхождение через юг. Джилысу, это для понимания, это красивейший водопад. И, соответственно, он похож на наш Шумак, это нарзаны, то есть как у нас аршаны. Там вот минеральные источники.
То есть нарзаны бьют ключи. Уникальное место, ну, конечно, очень дикое в плане отсутствия инфраструктуры. Ну, конечно, там больше инфраструктуры, лучше дороги, но нет сотовой связи, ничего. А какая высота с юга? 5621, если я не ошибаюсь. Какие были у вас ощущения, когда вы поднялись наверх? Как бы надо понимать, что я рабочие задачи выполнял. И да, никаких особо ощущений, все как обычно, все как всегда. Потому что я после того, как мы с ребятами разъехались с маршрута северного, да, я своим ходом уже поехал в Терскол. То есть я из Пятигорска выехал через Нальчик в Терскол. Ну, это уже курорт Эльбрус, нацпарк Эльбрус. И, соответственно, там провел энное количество времени. Закинул вещи, снаряжение высотное на верхний лагерь базы. На так называемые бочки, на 4200 над станцией Горобаши. Конечно, разница юга и севера очень большая, потому что на юге есть подъемники, горнолыжный курорт, полноценная инфраструктура там. И, соответственно, ждал прогноза погоды. То есть на 12 число был более-менее приемлемый прогноз погоды, и я 11 заехал, и 12 в 7 утра я вышел. Скажите, пожалуйста, это же далеко не первое ваше восхождение, да, экспедиция на высокую местность. Какая она была по счету для вас? Ну, я даже не считал. Не, именно опыт больших гор, да, свыше 5000 Эльбрус, ну, это первый такой опыт. Для понимания, ходил я один, не перебегал я к услугам гидов, там, гидов, проводников и прочей коммерции. Жил я у ребят, тоже меня хорошо встретили. И, ну, поработал один. То есть там были ребята, ну, кто тоже ходил, договаривались, ориентировались друг на друга. Ну, а так, по сути, соло восхождение, конечно. Вам удобнее было работать одному, да? А не было ли страшно? Чего там бояться? Ну, не знаю, высоты, оборудование у вас большое. Нет, в этом плане все комфортно, привычно. Как бы, ну и опять же, специфика работы. То есть у меня там несколько задач было. Это съемка репортажа, съемка видео, да. То есть мне надо останавливаться, работать, отклоняться от маршрута. Также тестировалась одежда и снаряжение, мои новые комплекты. Ну, если коротко, я являюсь амбассадором компании «Баск». Это вхожу в состав команды, я представитель команды «Баск Тим». «Баск» — это российский производитель профессионального снаряжения для альпинизма и туризма. Поэтому также там тестировалось и новое снаряжение. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот подготовка к экспедиции — это очень затратный процесс и по времени трудоемкий, и финансово. Вот кто вас обеспечивает вот в эти экспедиции, или же вы сами все затраты берете на себя? Ну, это совокупность факторов, конечно, да, но это работа. Если коротко говорить, это работа. Для понимания, что как бы я являюсь лицом бренда, да, одежды, то есть, соответственно, вопросы вот в плане снаряжения они сразу отсекаются. Мне не надо покупать снаряжение, одежду для работы. Соответственно, это уже позволяет больше путешествовать, потому что огромная экономия. Ну и, соответственно, профессия, как бы фотография, как таковые фоторепортажи, видео, сюжеты также оплачиваются. Это, ну, по факту, это одна из рабочих командировок в рамках моей работы в New Media Group. Скажите, пожалуйста, а что станет результатом вашего восхождения на Эльбрус? Какой-то фоторепортаж или же, может быть, серии публикаций в интернет-изданиях? Ну, в целом, конечно, это небольшой
сюжет минут на 20 на телеканал, соответственно, и ряд статей, публикаций в наших СМИ. Александр, мы знаем, что вы являетесь полномочным представителем Фонда защиты Снежного Барса. Расскажите нам об этом, пожалуйста. Ну, что рассказать о фонде? Мы занимаемся изучением сохранения Снежного Барса в Республике Бурятия. Это Тункинский, Акинский район. И работаем в ряде регионов. Снимаем, изучаем Барса. То есть довольно много времени проводим в горах. Конечно, основной объем работы – это установка фотоловушек, фиксация следов, там, учетные мероприятия. Фонд наш существует довольно давно, и многие, наверное, видели результат нашей работы. То есть кадры Снежного Барса в большинстве случаев это обычно мы выкладываем. А какие-то интересные находки были в процессе съемок? Что-то такое, что вы ранее не видели, а тут прямо вот удивились действительно? Ну, нет, такого не было. Бывают смешные моменты, конечно, но не более. Вы работаете в команде, правильно? Да, конечно. То есть у нас есть президент фонда, там, Медведев Дмитрий Германович, он в свое время, еще в 1982 году, начинал работу по Снежному Барсу, нашел след Снежного Барса в Тункинском районе, и вот это все завертелось вокруг него, и до сих пор вот продолжается. Создали фонд. Есть мои близкие друзья и руководители отдела. Антон Фирс, Чингижер Галыч. Поэтому нас не так много, да, но работаем мы очень плотно и думаю, что плодотворно. Расскажите, а как часто у вас проводятся экспедиции и на сколько вы уезжаете? Ну, вообще, так называемые учетные мероприятия, да, в рамках деятельности фонда, они проходят постоянно. Это с периодичностью, ну, раз в два месяца выезды точно бывают. Минимальные сроки выездов – это от одного до недели в горы. И есть сложные маршрутные учеты. Там ребята проводят в тайге от месяца и более. Да, есть и полевые выезды, которые могут и полгода занять. Ну, в силу сложности, потому что для понимания, Снежный Барс, у него очень большой ареал обитания, да, то есть, и, соответственно, на такой территории, чтобы установить фотоловушки, да, хотя бы следы найти и прочее, приходится очень много времени тратить. И для понимания, там, где пройдет Барс легко, да, все-таки человеку сложновато передвигаться. Ну и это, соответственно, высота уже. Скажите, а сейчас вы чем занимаетесь? Какие-то проекты у вас есть? Сейчас основной текущий проект – это, конечно, проект, нацеленный на развитие, популяризацию туризма в Республике Бурятия. Ну, условно, да, там на текущие два года заложена съемка 100 достопримечательностей Бурятии. То есть это уже полноценная работа, проект сложный, потому что требуется не только снимать фото и видео, да, там, создавать телевизионные сюжеты, писать статьи, также там разработка мобильного приложения, сайта, портала идет. То есть это полноценный проект, который, думаю, будет интересен многим жителям Бурятии и гостям республики. И также данный проект, конечно, нацелен на развитие туризма в сельской местности. Это ощутимо поможет людям на месте встречать и работать, ну, именно с туристами. Опять же, это будет закрывать для многих вопросы рекламы, рекламы продвижения, потому что, ну, в рамках работы New Media Group, да, то есть если мы, например, снимаем какую-то достопримечательность, там, например, выезжаем в Умхи, Кучугер, там, Гусихинский источник, да, они также получают наш контент,
бесплатно для тех, кто занимается туризмом на селе, да, ну, поверьте, это ощутимый плюс, когда они имеют доступ к материалам моей съемочной группы бесплатно. То есть это также позволяет им создавать свои странички, там лендинг, да, сайты, дополнять свои соцсети. Да, безусловно. А вы уже начали снимать какие-то объекты из этих 100? Да. Уже в работе, да? Ну, это вообще продолжение моего давешнего проекта. Я этим несколько лет занимаюсь. Поэтому довольно большой объем отснят. А когда будет презентован этот проект для населения? Ну, думаю, что наполнение, контент, наполнение мобильного приложения закончим уже к сентябрю. И да, проект будет презентован. Этого года? Да. Это здорово. Действительно, многие могут воспользоваться. Ну, сейчас техническая команда, да, разработчики мобильного приложения, они на стадии контент-наполнения приложения. По сайту тоже не все так долго. Ну, плюсы в том, что мы не бюджетное учреждение, поэтому все делается немножко быстрее. А вот скажите, на этом сайте и в приложении человек может просто посмотреть достопримечательности или там будет путь, нет, как добраться? Нет, это полноценное приложение, позволяющее человеку свободно ориентироваться по приезду в Бурятию. Да, это то здорово. Есть, по выходу из аэропорта не будет у него сложности там, в выборе логистики, да, то есть питание, проживание, организовать какой-то экскурсионный досуг, выехать в район, туры. То есть это абсолютно полноценный такой агрегатор, который позволяет человеку путешествовать. Александр, вы в своих социальных пабликах пишете, что вам нравится снимать животных, сделать репортажи. Все-таки что интереснее для вас снимать? Людей, природу или же события? Без разницы. Нет такого, да? Что-то, что больше нравится как-то, ну, я не знаю, говорят же, душа лежит, вот там камера, да? Нет. Настроена, нет такого, да? Такого абсолютно нет, это, ну... То есть, ну, не важно, что снимать, так или иначе, это приходится. Снимать нужно хорошо, поэтому нет возможности делать приоритет какой-то. И такой вопрос у нас, как фотограф, о чем мечтаете? Какие у вас есть планы на ближайший год-два? Я даже особо и не мечтаю на сегодня. Задумки какие-то, может быть, есть? Ну, есть, да, но это не мечты. Это немножко другое. Это реализовывается, как бы, и притворяется в жизни. Прямо, чтобы вот, были какие-то мечты, там, я хочу это, то каких-то хотелок особо нет. Хорошо, а в планах какие-то съемки больше вот? У меня ближайшие года 2-2,5 запланированы полностью. У меня из ближайших 2 лет, ну, свободными только 3 месяца, кажется, осталось, если графики смотреть. Потому что, ну, да, это раньше были какие-то мечты, хотелось снимать на каком-то новом уровне, другие мероприятия, да? Сейчас, учитывая, что я не занимаюсь там рекламой, я не размещаю объявления, что это что-то снимаю или прочее, да, графика забивается съемками. Просто вот, ну, сейчас, если взять, да, там в графике по одному проекту приходится пододвинуть сроки съемки, потому что опять надо выезжать на ралли «Шелковый путь». Да, то есть в этом году будет ралли «Шелковый путь», и мы выезжаем там с Омска через Алтай на Улан-Батор, ну, возможно, за Китай. Ну, так или иначе, интересное мероприятие. То есть, ну, я в составе организаторов «Шелкового пути» буду. Ну, и так, как обычно, там. В общем, КамАЗ график. Мастере, да. И самое смешное, что звонят тут же опять... Просит принять участие в парусной регате через весь Байкал. И вот у меня уже нестыковка в 2 дня. Я вот думаю, как с Улан-Батора или с Ирляне вылететь сюда, в Улан-Удэ, и в тот же день попасть на парусную регату на Байкале.
Ну, то есть в графике съемок корректировки постоянно, да? Какие-то изменения, что-то добавляется? Нет, это редкость. Редкость? Да. Потому что как таковых коммерческих заказов у меня не так много. Ну, это все крупные медиапроекты. И они планируются очень надолго. Потому что сейчас я как бы стараюсь брать такие, ну, заказы, да, проекты, сроки выполнения которых там от года начинается. То есть там в течение года работаешь над проектом. Есть трехлетние, есть двухлетние. То есть съемка одного дня, она как бы уже не сильно актуальна. Александр, расскажите, пожалуйста, а как ваша семья относится к вашей работе? Ну, семья спокойно, положительно относится. Для понимания, я там не занимаюсь экстримом, да, и что-то. Я не подвергаю там своей жизни опасности. Да, я работаю один, там, передвигаясь соло прочее, но надо понимать, что у меня немножко другой уровень снаряжения, да. То есть я там банально не промокну, не замерзну. Ну, достаточно опыт работы в горах, в тайге, в любых условиях. Также, ну и техническое оснащение я как бы не отрываюсь же. Прям. Если нет связи, я пользуюсь спутниковым телефоном. То есть, ну, на сегодня как бы оторванность от семьи, от друзей и близких она не ощущается, потому что, ну, за отсутствием мобильной связи есть спутниковая связь, есть спутниковый интернет. Как бы. Все это нормально. Александр, спасибо, что приняли участие в нашей программе и ответили на вопросы. На этом мы заканчиваем. Смотрите нас на телеканале «Мир Бурятия». До скорых встреч. До новых встреч. До свидания.